А вы хотели смотреть те же самые ролики, только на телевизоре? С помощью T2Tuner это абсолютно возможно. Самым первым этапом будет скачать ролик. Но как это сделать? А есть специальный сайт, называется SaveFromNet. Вот такой вот сайт есть. И для скачивания нужно вставить ссылку на видео. Поэтому, следовательно, я сейчас копирую ссылку на видео и вставляю в специальную строку. Нажимаю «Скачать». Процесс скачивания пошел. Скачанный ролик появляется в папке. Теперь нам нужна USB-флешка. Собственно, а для чего же она нужна? Но давайте я сначала вставлю ее в системник. Как известно, от USB-флешки появляется отдельная папка. Вы уже, наверное, догадались, что надо сделать, да? Этот ролик нужно туда скопировать. Наш ролик скопировался в папку с USB-флешки. Теперь, чтобы смотреть ролик на телевизоре, нужен T2Tuner. Но поскольку у меня T2Tuner находится на даче, а не здесь у меня дома, то мне придется преодолеть далекую дорогу. Вот мы и прибыли в нужное место. А вот, собственно, T2Tuner. Здесь вот находится специальный разъем. Собственно, сейчас и вставим. Заходим в меню. USB и мультимедиа. И вот так вот. Сейчас мы устроим мега-тестирование фейерверков.